В Люберцах планируют благоустройство нескольких пешеходных зон. Одна из них на нечетной стороне улицы Смирновской от станции Люберцы-1 до Октябрьского проспекта. Рабочие завершат укладку тротуарной плитки до конца текущего месяца. Кроме того, на новой пешеходной зоне установят садовые диваны, сделают декоративное освещение и установят камеры видеонаблюдения. Эти работы станут первым этапом реконструкции центральной части Люберец. Второй этап – работы по благоустройству звуковой улицы и пешеходной зоны на Октябрьском проспекте от улицы Смирновская до эстакады Мальчики. Они запланированы на 2018 год. Также продолжаются работы по благоустройству зоны отдыха в Центральном парке. До 15 ноября там обустроят две входные группы, 12 игровых площадок и пешеходных дорожек протяженностью более 2 километров и площадью более 18 тысяч квадратных метров. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.